Здравствуйте и добро пожаловать на пятый финальный этап личного чемпионата мира по спидвею на льду в немецкий Инцель. В Германии мы уже с вами были и второй раз возвращаемся в этом сезоне. Финальный этап проходит в Инцеле, юго-востоке Германии, и на титул претендуют четверо пилотов. Но после прошлого этапа в Ассене у Дмитрия Колтакова титул уже практически в кармане. Он выступал очень стабильно и ровно на протяжении всего сезона и набрал драгоценные очки преимущества над своими конкурентами. Давайте вспомним, что было до этого. Четвертый этап проходил на историческом стадионе де Монтевейро в Ассене. Ну и на европейском льду пилоты чувствовали европейские себя увереннее. Гюнтер Бауэр был в форме, его скорость была сравнима со скоростью российских пилотов. Дмитрий Колтаков продолжил наращивать отрыв в чемпионате победами над своими основными соперниками. В 10-м заезде он обошел Дмитрия Хомицевича, затем победил ранее непобедимого Даниила Иванова. Даниил Иванов, к сожалению, в этом сезоне после своего падения и травмы не очень уверенно себя чувствует. В итоге 7 побед в 7 заездах для Дмитрия Колтакова. В финале Колтаков обошел всех снова и выиграл первый день в Ассене, набрав максимальное количество очков. Второй день оказался немного более зрелищным, чем первый. Ян Клатовский в 10-м заезде порадовал публику, выиграв у своего брата. Другой европеец Франц Сорн в первых 3 заездах и упустил лишь 1 очко. И Франц Сорн в этом сезоне очень и очень быстр. Практически наравне с российским пилотом выступает. Вот что значит опыт. Были и досадные падения, конечно же. Но, к сожалению, для Цорна в 20-м заезде он выбыл из борьбы из-за аварии и травмы. Вот этот момент, он сломал палец на ноге. Но в Инцеле он снова выйдет на трек. Дмитрий Колтаков потерпел лишь 1 поражение за весь этап, и то лишь в своей 14-й последней гонке. Даниил Иванов обошел его и финишировал первым в финале 2-го дня. Колтаков опережает своего ближайшего соперника в чемпионате на 21 очко. Это уверенное преимущество. Трое гонщиков в борьбе за остальные места на подиуме разделяют всего 2 очка. Опережаем ближайших преследователей на 17 очков. Четверо россиян приготовились к последнему сражению за чемпионский титул. Действующий чемпион Даниил Иванов на 4-м месте. Ну, я вам переведу, что говорит Даниил Иванов. Этот сезон для меня сложился очень непросто. С самого начала у меня были небольшие проблемы с мотоциклом. Пришлось заменить подвеску и некоторые мелкие прошлогодние детали. Но начиная с середины сезона дела пошли немного лучше. Теперь я в такой же форме, как и был в прошлом году. У нас троих очки практически одинаковые, борьба за 2-е и 3-е место будет очень напряженной, говорит Даниил Иванов. Дмитрий Хомицевич в Нидерландах выступил просто отлично. Не могу что сказать, потому что может кто-то настроить на финальный заезд не хватает, может усталость сказывается. В Инцеле буду бороться. Игорю Коннову немного не хватило стабильности. Нормально едет в своем темпе. Просто немного все расслабились при выходе сюда в серию Гран-при. Проблема в основном с техникой. Механик не может у меня понять, как мотоцикл настроить. Да и сам я тоже не понимаю. В этом проблема у нас была. Дмитрий Колтаков лидирует с огромным отрывом в 21 очко. Настраиваясь духом, сам собирая силами и иду к этой ступени, которой уже иду несколько лет, и понемногу мне не хватает, но я стараюсь это выполнить, сделать и доказать, что мы сильнее, наша команда самая сильная, и стараемся это сделать, добиться этого. Мы будем, конечно, стараться победить, выиграть. Лишний раз не буду рисковать,
Но будем стараться все равно удержать высшую ступень. Ледовый стадион в Инселе – самый скоростной ледовый трек в Европе. Раз в году он превращается в трассу для ледового спидвея. И так уже почти 50 лет. При вместимости в 10 тысяч зрителей ему предстоит вместить, уж простите за масло масляное, многочисленных баварских поклонников этого вида спорта. Все трибуны, как видите, забиты под завязку. Парад пилотов. Теперь четверо. Как всегда, очки для чемпионата будут начисляться в каждой гонке, а первая восьмерка выйдет в полуфинал. Победив в первом заезде, Колтаков увеличил свой отрыв до 24 очков. До титула ему теперь не достает лишь 18. Стефан Свенсон стал вторым, обогнав Яна Клатовски, а неудачи Штефана Плитшахера продолжились, и он на глазах у своих соотечественников пришел к финишу четвертым. Ну, увы, ничего не поделаешь. Это второй заезд. Франц Хорн снова стартовал отлично, но сдержать действующего чемпиона мира Иванова ему не удалось. И на втором круге тот вырвался вперед. В итоге Цорн стал вторым, Гюнтер Бауэр третьим, а Петер Андерс Линдстрем получил 0 очков. Хорошо, что Цорн смог восстановиться после травмы и поехать. Немцы плохо начали этот этап. Очередной красивый онборд. В третьем заезде, к великому сожалению, Макс Нидермайер упал. Вот этот момент. И гонка была, естественно, остановлена. Из рестарта его исключили. Затем неплохо стартовал Даниэль Хендерсон. После рестарта он шел вторым за Дмитрием Хомицевичем. Ян Клатовски отчаянно его преследовал. И на третьем круге едва не врезался в Хендерсона. Однако добрался до финиша и заработал утешительное очко. Первая четверка в чемпионате была разбросана по разным заездам первого раунда. Неудивительно, что все они победили в своих гонках. В четвертом заезде первым стал Игорь Кононов, обошедший Виталия Хмельцевича после его ошибки на первом круге. Харальд Симон и Ханс Вебер вели зрелищный поединок. В итоге австриец Симон обошел своего соперника. После первого раунда Хендерсон был в первой восьмерке, братья Клатовские, а что еще удивительно, Виталий и Хомицевич оказались за ее пределами. Ханс Вебер снова отличился в противоборстве с другими европейцами в пятом заезде, но на втором круге немец жестко врезался в ограждение во втором повороте. Я думаю, сейчас мы увидим этот момент. Да, так и есть. Лоусайд не удержал свой мотоцикл. Судья в итоге решил, что виной этому была агрессивная атака Гюнтера Бауэра изнутри, и ветерана исключили из рестарта. После этого падения Вебер заметно сбавил обороты и просто доехал до финиша, чтобы получить очко. Хендерсон же, несмотря на большой отрыв, несся так, что едва не упал на последнем круге. Игорь Кононов уверенно выиграл в шестом заезде и снова приблизился к Колтакову в чемпионате. После двух заездов у него было 6 очков, ставший вторым Свенсон набрал 4. Другой швед Линдстрем в этом году набрал больше 4 очков лишь однажды и в зачете дня в Инселе после двух раундов пока что был на последнем месте. Колтаков сравнялся с Конновым на первой строчке дня, держа вторую победу подряд. Цорн снова финишировал вторым после россиянина, его соотечественник Симон стал третьим. После дисквалификации в первом заезде Макс Нидермайер снова был оштрафован в седьмом, на этот раз за выезд за пределы трека ближе к концу гонки. Восьмой заезд был достоин полуфинала, как минимум, и стал самым зрелищным на тот момент. Иванов блестяще стартовал и потом 4 круга преследовал Дмитрия Хомицевича, пытаясь прорваться вперед по внутренней линии.
И лишь на последнем круге Иванов провел обгон и стал третьим в первой строчке дневного зачета. Вот как раз он под номером один на наших экранах. Пытается снаружи войти вовнутрь. И здесь получается у него спурт на финише. В третьем раунде предстояло встретиться троим райдерам, имеющим по 6 очков. Виталий Хомицевич после двух заездов был всего одно очко, ему нужно было срочно наверстывать упущенное. Четырех участников девятого заезда разделяли всего 2 очка. О, Штефана Плетшахера было больше всех. 2. Но на втором круге немецкому пилоту не повезло. Было жесткое падение, это хайсайд. И после этого он еще и руку повредил. Так что он не смог продолжить участие в этом финальном этапе. После рестарта Нидермайер и Линдстрем заработали свои первые очки за день, а первым, как и ожидалось, стал Виталий Хомицевич. Очень неприятное падение на лед локтем. Авария на первом круге привела к рестарту 10-го заезда. Здесь, видите, все пилоты толкались. Жесткое падение, мотоциклы разлетались вправо и влево. Очень опасно было. Но после рестарта завязалось острое противостояние между ветеранами Симоном и Свенсеном. Австриец выбрал свою излюбленную внутреннюю линию, а Свенсен шел впереди. В итоге Симон оттеснил соперника на третьем круге и заработал 2 очка, финишируя вторым. После Дмитрия Хмицевича, который уверенно лидировал. Вот этот момент. Борьба за второе место. В 11-м заезде приняли участие трое из первой четверки чемпионата. Иванов захватил лидерство после старта. Кононов оказался на третьем месте. Колтаков лишь на третьем круге смог прорваться на лидирующую позицию. В итоге выиграл гонку. Это была гонка третья из трех, которую он выиграл, став еще ближе к титулу. Ну вот видите. Все-таки стабильность Колтакова в этом сезоне великолепная. 12-й заезд, в нем Францорн одержал первую победу за день и набрал 7 очков за 3 гонки. Главная битва разгорелась за второе место, как вы видите. Ян Клатовский оказался более быстрым из братьев Чехов и на втором круге обогнал Ханса Вебера. Но немец не сдался и на третьем круге отбил у Клатовски заслуженные 2 очка. Ну, хотя если отбил, значит уже не заслуженные. Вот это мощная борьба. И здесь внешний радиус оказался более выгодным. Традиционно небольшая пауза. Традиционно здесь готовят лед. 11-й заезд стал самым важным в третьем раунде. Игорь Кононов отставал от Иванова и Колтакова и утратил второе место в чемпионате. Дмитрий Хомицевич занялся с ним, набрав суммарно 128 очков. Виталий Хомицевич оставался за пределами первой восьмерки, несмотря на победу в третьем раунде. Остальные россияне по-прежнему составляли первую четверку. Отрыв Полтакова вырос до 23 очков. Ну, идем дальше. Дмитрий Хомицевич одержал вторую победу сзади, обойдя Кононова в 13-м заезде. В результате он обогнал Кононова в чемпионате и первый раз после Красногорска стал в нем вторым. Победа досталась ему непросто. Кононов постоянно угрожал снаружи, и Хомицевич лишь с помощью явной агрессии мог его удержать. Цорн легко победил резервиста Маркуса Еля и стал третьим. Четырнадцатый заезд. Свенсен неожиданно захватил лидерство после старта на внутренней дорожке. Иванов недолго был вторым и на втором круге обошел шведского пилота. У Вебера после четырех заездов стало 5 очков, а Нидермайера дисквалифицировали в третий раз за день за выход за пределы трека. Ну вот как-то никак ему в Инцеле не едется внутри. Виталий Хомицевич, которому срочно нужны были очки перед полуфиналом, решительно стартовал в 15-м заезде, но на втором круге его обогнал Дмитрий Колтаков. Неприятности Бауэра продолжились, и он стал четвертым, имея лишь одно очко после четырех заездов. Последнее падение явно не прошло для немца даром.
В итоге с последнего заезда он снялся. Видимо, все-таки какие-то физические проблемы. 16-й заезд. Хендерсон показал лучший личный результат, набрав 8 очков после второй победы за день. Он стартовал лучше всех, обойдя Симона. Швед стал претендентом на участие в полуфинале. Австриец был не в лучшей форме, но сумел удержать Антонину Платовски и финишировал вторым. Борьба здесь была довольно плотная, но на финише никто не смог выстрелить. После 16 гонок Колтаков, Иванов и Дмитрий Хомицевич, занимая первые три строчки в чемпионате, обеспечили себе места в полуфинале. Виталий Хомицевич оставался за пределами первой восьмерки, несмотря на второе место. Данил Иванов временно возглавил зачет дня, победив в 17-м заезде. За его спиной шла острая борьба. Симону нужно было 2 очка, чтобы выйти в полуфинал. На втором круге его обогнал Ян Клатовский. Но в итоге Симон все-таки, можно сказать, уперся. Вернул свою позицию и добился искомого, то есть 2 очков. Разными линиями здесь заходят пилоты, но опять-таки, чтобы набрать скорость на выходе из поворота. Первые 2 круга 18-го заезда стали самыми увлекательными. Вначале Виталий Хомицевич оттеснили назад, но он пробился вперед, обойдя Хендерсона и Свенсона. Впереди оставался только Францорн. Францорн, мы знаем, в этом сезоне быстр. Свенсон пытался обогнать Хендерсона изнутри. Ему это в итоге удалось. Затем преследующий Цорна Хомицевич оказался в тяжелом положении. И Свенсон поднялся на 2 место. В итоге россиянин нанес ответный удар и финишировал все-таки 2-м. Цорн выиграл эту гонку. Ханс Вебер порадовал немецких зрителей самым быстрым стартом в 19-м заезде, но затем потерпел крах. Колтаков обогнал его на 1-м круге, сместив на 3-е место. Пока Колтаков с Дмитрием Хомицевичем боролись за 1-е место, Вебер оказался последним из-за технической проблемы с мотоциклом. Это борьба за лидирующую позицию на ваших экранах. Очередной онборд, который установлен, камера установлена на шлеме Дмитрия Хомицевича. А вот, да, и техническая проблема немецкого пилота. Антонин Клатовский в первый день в Инцеле был не в лучшей форме. Свой лучший результат он показал в 20-м заезде, пробившись из задних рядов. На 2-м круге чех обошел резервиста Маркуса Йиля, а потом начал преследовать Нидермайера. Но в итоге у него получилось обойти этого немца. Клатовский стал 12-м в зачете дня, а Нидермайер сместился на 13-е место. Видите, проблемы на выходе из поворота и место упущено. Свенсону не повезло, он не попал в финал по качеству, по 8 очков. Кроме него у него было еще 2 райдеров, ему оставалось только винить во всем свое плохое выступление в 10-м заезде. Первая полуфинальная гонка обещала стать напряженной. Дмитрий Колтаков был всего в 5 очках от своего первого мирового титула. Игорь Коннов в синем шлеме знал, что для успеха в чемпионате ему нужна победа. Харальд Симон и Даниэль Хендерсон стартовали снаружи. Ну а после дисквалификации Симона был назначен рестарт. Здесь видите очередное падение. Колтаков, Коннов и Хендерсон. Рестарт первого полуфинала. Коннов и Хендерсон вырываются вперед. Колтаков оказался на 3-м месте, но на выходе из 2-го поворота обогнал Хендерсона. И российские пилоты начали уходить вперед. Но тут главный вопрос был, сможет ли Колтаков обогнать Коннова. В конце первого круга Коннов оглядывается, он идет по своей излюбленной внешней линии, в притирку к ограждению. Колтакову не обязательно выигрывать в этой гонке, чтобы обеспечить себе титул, ему нужно набрать лишь 5 очков в 2 последних гонках. Тогда он сможет праздновать победу в чемпионате уже сегодня
можно сказать, за день до его окончания, поскольку мы смотрим еще отчет субботы. В первом и во втором поворотах Колтаков снова переходит на внутреннюю линию. До финиша остается все меньше. Похоже, что в этой гонке лидер чемпионата заработает 2 очка. Естественно, он не рискует. Спокойно едет за Конновым, который выигрывает первый полуфинал этого дня. Колтаков второй, Кондрасен третий. Он заметно отстал от российских пилотов, которые выходят в финал, соответственно. Ну, как и говорил в своем интервью Колтаков, торопиться он не будет, рисковать тоже. Главное доехать. Правильная тактика. Данилу Иванову, Дмитрию Хомицевичу нужна была победа, чтобы сохранить теоретические шансы на титул после выступления Колтакова в предыдущей гонке. Напряжение дополнительно возросло, когда Виталия Хомицевича дисквалифицировали за падение. Вот оно. И оно, естественно, привело к рестарту. Не идет этот сезон у Виталия Хомицевича, это абсолютно точно. Иванов, Хомицевич и Цорн стартовали снова. Дмитрий Хомицевич вырвался вперед. Цорн устремился тоже вперед по наружной линии, по внешнему радиусу, но Иванов закрепился на втором месте. Кажется, что Иванов быстрее, но пока что Хомицевич впереди. Иванов пытается обойти его внутри. Во втором повороте это ему почти удается, и затем приходится снова сместиться обратно наружу. Затем Хомицевич ошибается, слишком широко проходит поворот, и Иванов его все-таки обходит. Шикарный обгон. Хомицевич не сдается, но попадает в колею в первом повороте и теряет скорость. Иванов начинает последний круг. Ему нужна только победа, чтобы сохранить теоретические шансы на титул. И похоже, что он к ней приближается. Лишь полный выход Колтакова из борьбы может лишить его титула, но Иванов продолжает борьбу и выигрывает второй полуфинал. Дмитрий Хомицевич финиширует вторым, тоже проходит финал. Франц Цорн, отстав от россиян на полпрямой, машет зрителям благодаря за их поддержку. Финал он не попадает, как и Виталий Хомицевич. А Дмитрий Хомицевич и Даниил Иванов сразятся за победу. В финале Иванов стартует по внутренней дорожке в красном шлеме. Сегодня действующий чемпион проиграл лишь однажды. На второй дорожке в синем шлеме Дмитрий Колтаков. Победа в этой гонке принесет ему победу в чемпионате мира. Третья дорожка — белый шлем Игорь Кононов. 135 очков в чемпионате, как у Иванова. И Дмитрий Хомицевич на очко позади и стартует снаружи в желтом шлеме. Это любимая трасса Иванова. Преподнесет ли Хомицевич сюрприз? Вот, собственно, главный вопрос этого заезда. Первый поворот все трое входят бок о бок. Иванов вырывается вперед. И посмотрите, Кононов и Хомицевич падают. Оба вместе с мотоциклами взрываются в мешках ограждения. Судьи приняли решение, что в рестарте будут принимать участие все. Иванов опять прорывается вперед по внутренней линии, но лидерство на прямой здесь захватывает Колтаков. Победа в этой гонке, как вы помните, принесет ему титул. Тем временем Кононов обогнал Хомицевича. Чемпион прошлого года Данил Иванов отчаянно преследует нового чемпиона, возможно, будущего чемпиона. Колтаков лидирует, половина дистанции позади, а титул его отделяют всего лишь 2 круга. Иванов, конечно, давит на него, сегодня он в отличной форме. Но Колтаков не ошибается. Опережает он Иванова сегодня в Инцеле, и похоже, что и в чемпионате. Вот тут еще Данил Иванов попадает в колею. В втором повороте теряет скорость и последние шансы. Колтаков проходит последние 2 поворота. Выигрывает первый день в Инцеле и выигрывает титул чемпиона мира 2015 года. Великолепно Колтаков выступал в этом сезоне. Быстр он был всегда и стабилен на всех этапах. Ну и в итоге... В итоге он первый. Колтаков набрал в этот день больше всех очков, уступив лишь одно. Данил Иванов, его ближайший соперник, занимает вторую строчку в чемпионате. Дмитрий Хомицевич сегодня не попал на подиум, но заработал неплохие 15 очков. Франц Цорн показал лучший личный результат, набрав 12 очков. Давайте послушаем призеров и победителя. Я много сделал ошибок на предыдущих этапах, поэтому приходится сейчас отбивать. Получается, не получая, но стараемся. С
thank you for congratulation, but yes, it's... Данил Иванов говорит на английском, спасибо за поздравления, день был очень трудным. Прежде всего, я хотел бы поздравить Дмитрия Колтакова с победой в чемпионате мира. Ну, а сегодня была хорошая гонка, но что касается меня, сегодня я выступил хорошо, но не идеально. Уступил два важных очка. Конечно же, я рад своему результату, своей команды. Огромное спасибо. У меня нет слов, просто я пришел к этому, очень много лет шел и дошел, наконец-то завоевал этот свой титул, первое место, как обещал в том году, что я стану сильнейшим. Спасибо огромное своим родителям, маме, папе, братьям, всем. Я очень благодарен своей команде, механику Марату. Большое спасибо Николаю Красникову, Мустафину Раису Петровичу. Огромное спасибо всем. Да, всем спасибо. Можно сказать, все свободны на этот сезон. Но идем дальше. Харальд Симон сравнялся со Стефаном Свенсеном на 7-м месте, а на 6-м. Первый среди европейцев Франц Уорн. Россияне занимают традиционно первые 5 позиций. Первый день в Инцеле прошел под знаком Дмитрия Колтакова. В этом сезоне он уже 4-жды набирал больше 20 очков и теперь лидирует в чемпионате с гарантирующим титул отрывом в 22 очка. В гостях у Франца Цорна. Вот такая импровизированная рубрика. Привет всем, говорит Франц. Добро пожаловать в мой дом в Зальфинден в Австрию. Сейчас я покажу вам свою мастерскую. Это первый гараж. Здесь я ставлю фургон, устанавливаю на деревянные подставки и провожу техническое обслуживание. Здесь инструменты, дрель, пресс для подшипников и все остальное. Ну а теперь мы идем вовнутрь, и здесь, можно сказать, главный гараж. Это моя главная мастерская, говорит Франц Уорн. Я провожу тут целые дни и недели. Работаю над своими мотоциклами. Здесь проходит значительная часть моей жизни. Сейчас я покажу вам мое главное детище, мотоцикл для ледового спидвея. Я построил его сам. Полностью от первой до последней детали. Сцепление и задний маятник я собрал и сварил собственноручно. На все ушло 2 или 3 месяца работы. Подвеска играет очень важную роль для устойчивости на льду, особенно когда он неровный. От подвески зависит сцепление колес со льдом, траектория и управляемость байка. Здесь я ремонтирую шипованные шины, это дело непростое. Для хорошего сцепления необходимы идеально острые шипы. Ну что, поехали в Инцель, говорит нам Франц Уорн. Ну вот видите, сам себе гонщик, сам себе механик, сам себе строитель, сам себе водитель. Этот этап очень важен для меня, продолжает Франц Уорн. Это одна из моих домашних трасс, она всего в 30 километрах от моего дома. Ну а вот мы уже и на месте. Да и зрителей собралось уже достаточно, говорит Франц Уорн. Ну вот, может быть, Франц Уорн немножко не хватает механиков команды, и если бы у него все это было, он бы тратил меньше времени на это, то, возможно, ехал бы еще быстрее. Он реально конкурент российским пилотам, это уж точно. К сожалению, местных зрителей их соотечественники в первый день набрали лишь 11 очков на четверых, во второй некоторые надеялись прибавить темп. Вчера Даниэль Хендерсон показал лучший личный результат, набрав 9 очков за 6 заездов. Вот и Хендерсон, и говорит, что мне нужно сфокусироваться на стартах. Когда хорошо стартуешь, очки заработать гораздо легче, если выходишь с первого поворота первым или вторым. Набраться до финиша в первых рядах намного проще. Она не прекращалась, борьба. На каждый этап идет борьба. С каждым этапом настраиваюсь. Я себе желаю удачи на этом этапе. Ну вот, Дмитрий Каменцевич, нет у него особых планов, но желает себе удачи, это тоже хорошо. В
первом заезде второго дня Даниил Иванов увеличил свой отрыв на втором месте в чемпионате победы над новым чемпионом Дмитрием Колтаковым. Но тот особенно не сопротивлялся, и главное сражение разгорелось за третье место. На втором круге Ян Клатовский обогнал Пера Андерса Линдстрема. Чуть позже, видимо, от расстройства, швед соскользнул со льда и упал. Еще один день начался для него неудачно, увы. Надежды Харальда Симона на выход в полуфинал получили серьезный удар во втором заезде, когда его дисквалифицировали. Необъяснимое падение на выходе из второго поворота стоило ему участия в рестарте. Антонин Клатовский заработал одно очко, братья Хмельцевич были далеко впереди, Виталий Шевчук вторым с готовностью поддержал Дмитрия в борьбе за подиум. Все трое претендентов на два оставшихся места на подиуме выиграли свои заезды. Конну в третьем заезде было чуть легче, чем его соперникам. Свенсон стал вторым, Вебер третьим. Маркус Йель, заменивший в этот день Штефана Плитшахера, финишировал последним. Ну, собственно, слишком напряженная конкурентная борьба. Гюнтер Бауэр в 2015 году был очень нестабилен, но во второй день в Инцеле он был в отличной форме. В четвертом заезде он обошел на старте Франца Цорна, но на втором круге австриец обогнал его изнутри. Затем Бауэр одержал второе место от посягательств Макса Нидермайера. Хендерсон после подвига в первый день неожиданно оказался последним. Да, Франц Цорн все-таки самый быстрый европейский пилот. Как ни крути, но это факт. Возможно, в следующем году он подготовится на мотоцикл еще лучше и сможет поехать еще быстрее. К российскому квинтету в первой восьмерке после первого раунда присоединились Свенсон, Бауэр и Цорн. Харальд Симон на последнем месте. Даниэль Хендерсон заработал первое очко в пятом заезде, обойдя Антонина Клатовский в первых двух поворотах. Коннов поднялся на вторую строчку в чемпионате, добавив в свою копилку еще два очка. Во втором раунде он уступил Колтакову. Виталий Хмельцевич порадовал зрителей в шестом заезде, наверстывая упущенное после старта. В первых двух поворотах его блокировал Свенсон, и Цорн ушел вперед. Но на втором круге шведский ветеран попал в колею, потерял скорость и был смещен на третье место, а Хмельцевич пустился в погоню за австрийцем. Во всех поворотах он пытался атаковать изнутри, но, к сожалению, это было безуспешно. Даниил Иванов захватил лидерство после старта в седьмом заезде, обойдя Дмитрия Хмельцевича на пути к первому повороту. В результате чемпион 2014 года снова занял вторую строчку в чемпионате, увеличив отрыв от Хмельцевича до 4 баллов. На лидерство в восьмом заезде претендовали все четверо участников. Возглавил его Харальд Симон. Но Ханс Вебер такой изнутри зацепил Яна Клатовский. В итоге свалил сразу двоих. То, что видели, после старта Симон терял лидерство дважды. В итоге и стал вторым. На выходе из второго поворота ветеран ошибся и пропустил вперед Яна Клатовский. Но в конце первого круга вернул лидерство. А на последнем круге, хотя Клатовский уже пересек синюю линию, судья этого не заметил, он получил 3 очка. Макс Нидермайер сошел с дистанции в середине гонки. Его и его мотоцикл мы видим справа. После 8 гонок серии Свенсон и Бауэр сражаются за последнее место. В первой восьмерке Цорн и Иванов после двух раундов остаются непобежденными и должны встретиться в третьем. Девятый заезд прошел без особых происшествий. Виталий Хмельцевич не смог воспользоваться преимуществом старта по внутренней дорожке, и Дмитрий Колтаков захватил лидерство. Маркус Йель в конце первого круга шел третьим, но в начале третьего круга Нидермайер все-таки смог его обойти. Гюнтер Бауэр наконец-то одержал первую победу в 10-м заезде, но местных зрителей еще больше порадовали успехи Ханса Вебера.
Молодой немец, прозевав старт на первом круге, обошел Линдстрема, а потом постепенно подобрался к Антонину Клатовски. На последнем круге он провел атаку и стал вторым, доведя свою сумму очков до трех, едва не лишив Клатовски надежд на полуфинал. В 11-м заезде Коннов присоединился к двоим россиянам, пока не побежденным во второй день. А когда он проиграл старт, гонка стала еще интереснее. Понимая, что шансы попасть на подиум начинают таять, Коннов на первом круге обогнал Симона и начал по своей любимой внешней линии преследовать Цорна. Но австриец умело блокировал его в каждом повороте, вплоть до последних двух, где ему пришлось для этого даже немного сместиться внутрь. Тем не менее, позицию держал. 12-й заезд стал одним из самых интересных за день. Дмитрий Хомицевич одержал легкую победу на первом круге. Свенсон оказался последним, будучи оттеснен наружу Яном Клатовски. Их дуэль продолжалась два круга, пока швед наконец не вырвался вперед. А в последнем повороте, который Хендерсон проходил слишком широко, он хладнокровно поднялся на второе место. Вот этот момент. После первых трех раундов отборочных заездов Данил Иванов на втором месте в чемпионате. У него 146 очков. Дмитрий Хомицевич и Игорь Кононов делят третье место у них по 142 очка. Только что мы видели приготовление. Очередные небольшие на перенастройке подвески. В силу того, что лед разбивается, подвеску нужно делать пожестче, чтобы отбой происходил побыстрее. В зачете Иванов был лидером на очко, опережая двоих ближайших соперников. Бауэр стал одним из двух европейцев, победителей гонок второй день в Инцеле. Францорн утратил третью позицию в зачете дня, проиграв старт в 13-м заезде. Ему удалось подняться на третье место, обогнав в конце первого круга Ханса Вебера. Но Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич были уже далеко впереди. Хомицевич стал вторым и на 2 очка обошел Коннова в чемпионате. Ну вот видите, Францорн, если старт не удается, то, к сожалению, не хватает ему темпа по ходу дистанции для того, чтобы держаться впереди. И, похоже, это проблема именно двигателя его мотоцикла, не хватает ему темпа. Хендерсон блестяще компенсировал ошибку в первом круге в 14-м заезде, сразу обогнав Симона. Молодой швед вскоре обошел Маркуса Йеля, а на втором круге и Линдстрема. Однако Симон все-таки одержал первую победу на этапе и сохранил теоретические шансы на выход в полуфинал. Вот здесь были проблемы на льду, и уже мотоцикл соскакивает с траектории. Все уже шло не так, как должно было идти. Данил Иванов с легкостью выиграл 15-й заезд и создал отрыв 5 очков на втором месте в чемпионате. За его спиной произошла ошибка Макса Нидермайера во втором повороте, и она позволила Стефану Свенсену и Яну Клатовски занять второе и третье места соответственно. Большинство своих очков в Инцеле Коннов потерял из-за плохих стартов. После одного из таких стартов в 16-м заезде ему пришлось очень сильно потрудиться. Это был заезд для, можно сказать, из тех, что спасают сезон. Вначале он обогнал Яна Клатовски изнутри, затем обошел снаружи Гюнтера Бауэра. Фактически Коннов заслуживал и победы. Так энергично он принялся за Виталия Хомицевича, но затем проиграл гонку на финишной прямой. Иванов, Колтаков и Дмитрий Хомицевич обеспечили себе места в полуфинале. Коннов продолжал идти за ними. Харальд Симон был единственным райдером за пределами первой восьмерки, сохранявшим шансы на выход в полуфинал. Семнадцатый заезд. Снова Цорн в отличной форме. И завершил отборочные заезды с впечатляющими 12 очками. В среднем в этом году он набирал более 10 очков в день. Но на этот раз показал свой лучший результат в сезоне после этой победы. Да, Цорн в этом сезоне просто неудержим. Антонин Клатовски показал свой лучший финиш за день, обойдя брата Яна. Маркус Йель за 7 заездов в этот уикенд не набрал ни одного очка. Все время он финишировал последним. В 18-м заезде Коннов снова проиграл старт, но затем провел серию блестящих обгонов, победив своего главного соперника в чемпионате Дмитрия Хомицевича.
После обгона на втором круге он отставал от Хмицевича на одно очко в зачете дня и на одно очко опережал его в чемпионате. Нидермайер финишировал третьим, набрал очки, и Ленстром стал последним четвертый раз за день. Даниил Анов в пяти отборочных заездах остался непобежденным, но с большим трудом. После 19-го заезда у него было 152 очка, на 5 больше, чем у ближайших соперников. После падения Ханса Вебера был назначен рестарт этого заезда. И Виталий Хмицевич, зная, что его победа помогла бы брату в борьбе за подиум, выступил блестяще, чуть не обогнав Иванова перед самым финишем. Симону нужен был хороший результат в 20-м заезде, чтобы попасть в полуфинал, но вместо этого он упал и был дисквалифицирован, увы. После рестарта Свенсен набрал 9 очков и вышел в полуфинал, заняв второе место. Ставший третьим Гюнтер Бауэр тоже вышел в полуфинал. Ну и здесь, да, Колтаков без проблем одержал победу. Оставшись непобежденным после 20 заездов Иванов, если заработать еще 2 очка и обеспечить себе второе место в чемпионате, все россияне вышли в полуфинал второго дня в Инцеле. Ну и теперь давайте к полуфиналу. Первый полуфинал на внутренней дорожке Даниил Иванов. Еще одно очко, и он обеспечит себе место на подиуме. Вторая дорожка Дмитрий Хмицевич, на третьей Виталий Хмицевич. На внешней дорожке Стефан Свенсен, у которого, пожалуй, шансов нет. Дмитрий Хмицевич отлично стартует. Иванов оказывается последним, но тут же обгоняет изнутри Свенсена. В финал попадут только двое, как мы знаем, так что впереди трудная борьба. Братья Хмицевичи будут работать как одна команда. Ну, собственно, как мы видим, так они и поступают. И здесь, видите, проблема. Внезапно Иванов теряет скорость, и Свенсен чуть не врезался в него сзади. Теперь ему будет еще труднее подобраться к идущим впереди двоим соотечественникам. Дмитрий Хмицевич оглядывается назад и видит рядом брата. Иванов на значительном расстоянии позади. Но он явно быстрее. Ну и вопрос в том, что сможет ли Виталий сдержать. Да, там уже мотоцикл совсем попал вне траектории. Да и здесь еле-еле мотоцикл удерживается на льду. Возможно, Иванов просто не успеет догнать своих соотечественников, россиян. Борются все с неровностями на внутренней линии. Иванов все ближе, Виталий все оглядывается. Иванов там немного шире в поворотах. На выходе смещается внутрь. Но нет. Не удается им произвести обгон. Даниил Иванов не попадает в финал второго дня. Дмитрий Виталий Хмицевич торжествует. Виталий помог брату выйти в финал, удержав Иванова на третьем месте. Иванов получил одно очко. Всего за день у него 16. Виталий и Дмитрий Хмицевич вышли в финал второго дня в Инцеле. Ну а теперь второй полуфинальный заезд. Колтаков внутри, Цорн на второй дорожке, Коннов на третьей, Бауэр снаружи. Старт данный, Цорн стартует лучше всех, но Кононов сразу же его обходит. Внешний радиус и хорошая скорость. Затем Цорн опять вырывается вперед. Конечно, европейские зрители в восторге. Кононов все-таки смог удержать лидерство. Цорн на втором месте, Колтаков на третьем. Австриец защищается, перекрывая внутреннюю траекторию. Отличная гонка, но в следующем повороте Цорн уходит широковато. Вот этот момент. И теряет свою вторую позицию. Колтаков его обгоняет, поднимаясь на второе место. Кононов первый, Колтаков второй, Цорн третий. К сожалению, начинает отставать. Вот, как я и говорил, похоже, не хватает ему немножко мотора все-таки. Отлично он начал гонку, но, увы. Тем временем Колтаков идет вплотную за Конновым, но до финиша остается два поворота, и Коннов финиширует первым с минимальным отрывом. Колтаков стал вторым, Цорн третьим. В финал, к сожалению, не попал. Как и Гюнтер Бауэр, который финишировал на четвертой позиции. Увы, для Франца Цорна двери финала захлопнулись прямо перед его визором шлема. Несмотря на все усилия европейцев, в этом заезде они пропустили россиян вперед, Колтаков выходит в финал. И что еще важнее, Кононов тоже в нем оказывается.
Колтаков уже стал чемпионом мира. На второй строчке в данный момент Данил Иванов, 153 очка. Игорь Коннов, третий, 150 очков. Дмитрий Хаминцевич, четвертый, 149 очков. Сейчас в финальной гонке второго дня в Инцеле решится судьба второго и третьего мест в чемпионате мира по ледовому спиде 2015 года. Старт. Колтаков со второй дорожки стартует лучше всех. За ним, будучи оттеснен, наружу идет Дмитрий Хаминцевич, третий Виталий Хаминцевич, за ним идет Коннов, который он, похоже, будет сдерживать, как и Иванова, в полуфинале. Плотная борьба. И еще ничего не сказано. Чтобы попасть на подиум чемпионата, Коннову нужно срочно продвигаться вперед. Если он обгонит Виталия, то сравняется по очкам с Дмитрием. Что касается Дмитрия Хаминцевича, тогда ему, чтобы занять третье место в этой гонке, нужен более высокий результат. Висит он на заднем колесе Колтакова и, кажется, вполне может выиграть этот финал в Инцеле. Давайте посмотрим, получится ли у него это сделать. Начинается последний круг. Колтаков по-прежнему впереди. Дмитрий Хаминцевич тут немного оглянулся, посмотрел назад. Второго места ему будет достаточно, потому что Коннов по-прежнему идет последним. Виталий Хаминцевич хорошо потрудился, помогая брату попасть на подиум. Как и в полуфинале, он финиширует после Дмитрия, сдержав Коннова в последних двух поворотах. Семейная тактика, не иначе. Дмитрий Хаминцевич снова входит в тройку на чемпионате мира. Колтаков еще раз выиграл финал в Инцеле. Данил Иванов, не участвовавший в этой заключительной гонке сезона, стал серебряным призером чемпионата мира. Да, мне кажется, борьба была бы более, наверное, напряженной и интересной, если бы Данил Иванов не повредил себя на первом этапе в Красногорске. С травмой ехалось ему очень и очень непросто. По крайней мере, на втором этапе точно абсолютно. Игорь Коннову не удалось разбить ворону братьев Хаминцевича в финале. Дмитрий Колтаков одержал еще одну победу в гран-при. Эта победа подчеркнула превосходство Колтакова в этом сезоне. Он выиграл в четвертый раз в нынешнем году. А главное, за последние 4 дня сезона упустил всего 4 очка. Ну и как вы понимаете, Дмитрий Колтаков празднует победу. Второй день в центре внимания была борьба за второе и третье места в чемпионате мира. Дмитрий Хаминцевич стал вторым. В этом ему помог брат Виталий, дважды финишировавший за ним во второй день в Инцеле. По итогам чемпионата между позициями значительные разрывы. Лучший из европейских гонщиков Франц Сорн стал шестым и значительно отстал от наименее стабильного из россиян Виталия Хаминцевича. Большое спасибо за поздравления. Напряжение было до последнего заезда. То есть все решалось в заключительном заезде. И как бы настраивался впереди приехать, выиграть. Но выиграть не получилось. Вторым брату большое спасибо. Он помог мне встать на пьедестал. This is... I say before many time, как я уже много раз говорил, говорит Данил Иванов, этот сезон выдался для меня очень трудным. В итоге дня я стал вторым, и для меня это очень хороший результат. Борьба с другими российскими гонщиками была очень-очень напряженной в этом сезоне, но мы-то понимаем, что борьба была бы еще острее, если бы не травма. Ну, боролись изо всех сил, что доказать, что мы первые в этом сезоне, и мне удалось этого добиться. Потерял, правда, 2 очка, но ничего страшного. Проиграл Данилу Иванову, Игорю Конову в полуфинале. Но в финале смог отыграть, и у меня все получилось. Спасибо моей команде. В конечном итоге позиции со 2 по 4 разделили всего 3 очка. Игорь Конову не посчастливилось попасть на подиум чемпионата, хотя значительную часть сезона он шел вторым. Что касается первого места, то тут сомнений не было. Его с отрывом в 27 очков занял Дмитрий Колтаков, став чемпионом мира по ледовому спидвею 2015 года. Ну, пожалуй, да, Колтаков выступал стабильнее, борьба была бы более напряженной, если бы Данил Иванов не получил травму, но это все если бы да кабы. В следующем сезоне 2016 года парни будут разбираться между собой с новой силой. Будем надеяться, что и Франц Сорн подтянется, сконструирует мотоцикл и сможет стать быстрейшим европейцем, который наконец-таки разбавит подиум, который на протяжении многих последних лет состоит исключительно из российских пилотов. Ну что же, это все. Сезон ледового спидвея подошел к концу. За всеми напряженными событиями вместе с вами наблюдал Андрей Бойко.
И до следующего сезона Ледового спидвея. Всего доброго. Пока.